не подлежит изменению. Кабинет министров закончил работу над проектом бюджета страны на следующий год. Федеральная БТИ проверит дома на степень износа. В списки попали 58 жилых строений города и поселка Искателей. В негосударственный фонд, управляющую компанию или Пенсионный фонд России. Чтобы распорядиться накопительной частью пенсии, осталось чуть больше 2 месяцев. Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Кабинет министров закончил работу над проектом бюджета на следующий год. Все дебаты в правительстве по бюджету завершены. А документ уже не подлежит изменению, подчеркнул первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Теперь документ внесут в Госдуму. Вместе с ним представят основные направления налоговой и бюджетной политики, а также долгосрочный прогноз социально-экономического развития. В итоговом варианте главного финансового документа страны Минфин уточнил в сторону увеличения параметры доходной и расходной частей. Так они составят 13 трлн 738 миллиардов рублей и 16,98 триллионов соответственно. Это вызвано изменившимися прогнозами по объему добычи нефти и газа и ценовыми параметрами по газу. Кроме того, уточнил первый зампред правительства, заморозка экспортной пошлины на нефть одобрена сразу на весь 2016 год, а не на первые 9 месяцев, что также дало дополнительные средства. На укрепление доходной части казны региона направлены сразу 2 законопроекта, принятые народными избранниками на прошедшей сессии. Один из них касается установления пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков. Второй законопроект касается установления пониженной ставки в 13,5% для организаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых, деятельность в сфере транспорта, производства электроэнергии, оказание услуг или выполнение работ по перевалке грузов. Принятие законопроекта об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков направлено на привлечение налоговых резидентов и создание благоприятной бизнес-среды для крупных инвесторов на территории Ненецкого округа. Для организаций, участников консолидированной группы налогоплательщиков, предлагается дополнить имеющиеся в законе направления деятельности в отношении нефти и попутного газа аналогичной деятельностью в отношении природного газа, а также новым направлением – оказание услуг по транспортировке, перевалке, обработке грузов. Ставка налога в размере 13,5% будет применяться в период с 1 января 2015 года по 1 января 2018 года. С 1 января этого года по 1 января 2021 года будет действовать льгота и для организаций, осуществляющих такие виды деятельности, как добыча полезных ископаемых, деятельность в сфере транспорта, производство электроэнергии, оказание услуг или выполнение работ по перевалке грузов. Всего в законопроекте указано 14 видов деятельности. В сегодняшних непростых экономических условиях с целью обеспечения всех расходных обязательств, в том числе предоставления всех мер социальной поддержки для населения нашего округа, дальнейшего строительства социальных объектов, органы власти в том числе должны заботиться и об укреплении доходной базы окружного бюджета. В связи с этим сегодня на сессии принято 2 закона. По одному налогу, это налогу на прибыль, мы установили пониженную ставку налога на прибыль 13,5% вместо 18%, которые зачисляются в бюджет субъекта Российской Федерации для крупных инвесторов, тех, которые работают на территории округа. При этом сумма вводимых основных средств оборудования и имущества в течение 1 года должна составлять не менее 1 миллиарда рублей. Как пояснил Анатолий Мяндин, предприятие будет иметь дополнительную прибыль в виде этой льготы, которую смогут направлять на дальнейшее развитие своего производства именно на нашей территории. В то же время окружной бюджет будет дополнительно получать доходы в виде налога на имущество. Особенности составления и утверждения проектов районного бюджета на 2016 год утвердили сегодня депутаты Заполярного района. Они провели очередную сессию. По словам главы Заполярного района Алексея Михеева, данное изменение связано с изменением сроков внесения федерального бюджета в Госдуму и, следовательно, изменение сроков внесения проекта окружного бюджета в собрание депутатов. Бюджет Заполярного района на 2016 год, так же, как и бюджет Федерации и бюджет Ненецкого округа, станет однолетним. Такое решение приняли депутаты. Следующий шаг в работе над бюджетом за муниципальными образованиями. Потому что у них тоже есть обязанность вносить проект бюджета до 15 числа ноября в свой совет. Но без наших цифр они этого сделать не могут. Поэтому у них, им рекомендовано изменить сроки в части продление их до, если я правильно помню, до 1 декабря. Ну, то есть они свой бюджет должны вносить до 1 декабря, а не до 15 ноября.
Несмотря на перенос сроков внесения бюджета, отметили районные финансисты, принятие главного финансового документа состоится в сроки, то есть в этом году. Кроме того, на сессии приняли изменения в структуре Заполярного района. Данные изменения связаны с тем, что часть полномочий органов местного самоуправления Заполярного района передана органам государственной власти Ненецкого автономного округа. Соответственно, утверждена новая структура администрации Заполярного района. Кроме того, в связи с изменением устава Заполярного района организацию деятельности Совета Заполярного района осуществляет глава района, избираемый из числа депутатов, исполняющий полномочия его председателя. Соответствует ли многоквартирный дом установленным требованиям, предъявляемым к жилым помещениям? На этот вопрос поможет ответить проверка степени износа зданий, которая проводится в Федеральном БТИ по заказу Фонда содействия реформированию ЖКХ. В списке домов 58 жилых строений города и поселка Искателей. Все они построены до 1985 года. Еще одним критерием для отбора домов на проверку служит способ водоотведения стоков. В данном случае все дома, в которых проходит проверка Бюро технической инвентаризации, не подключены к системе канализации или септику, а имеют выгребные ямы. В список на проверку БТИ попали 58 домов. Так, в Наринмаре проверят жилые строения по переулкам Заполярный с 1 по 4 дом включительно, 7 дом по переулку Макара Баева, 3 и 6 на переулке Северный. На улице Авиаторов специалисты БТИ придут в 2 дома, 3 и 6. На Заводской в список попали 8 домов, 3 дома на улице 60-летия Октября, столько же на Калмыкова. 8 строений на улице имени Ленина, по одному дому на Сапрыгина и Комсомольской, 4 дома на улице Октябрьской. Также уровень износа строений проверят в многоквартирных домах на Оленной, Первомайской, Пионерской, Рабочей, Рыбников, Совхозной, Строительной и Южной. И один дом в поселке Искателей по адресу улица Нефтяников, 18. Результаты обследования помогут специалистам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства определиться, делать ли капитальный ремонт в этих зданиях. Для того, чтобы принимать решение о либо сносе, либо капитальном ремонте дома, за счет государственной поддержки, и в июле дали такую возможность фонду проводить обследование, то есть внесли изменения в закон по порядку использования государственной поддержки. По результатам проверки, если дом будет иметь физический износ более 65% или более чем на 70% будут изношены основные конструктивные элементы, крыша, стены или фундамент, тогда строение попадает во второй этап подпрограммы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания или с высоким уровнем износа. Он будет реализовываться с 2017 по 2020 годы. Данный реестр будет формироваться до 1 января 2016 года. Поэтому до конца текущего фондом будет проведена проверка еще 95 жилых строений в Наринмаре, поселках Искателей, Красное, Нижняя Пеша, Харута и Харивер, а также в селах Тельвиска, Великовисочная, Ома и деревне Макарова. Алена Валей, Леонид Шишилов, телеканал «Север». В этом году истекает срок, когда граждане могут направить свои пенсионные накопления в негосударственный фонд, управляющую компанию, или оставить в Пенсионном фонде России. В связи с этим активизировалась деятельность агентов негосударственных пенсионных фондов по привлечению в свои организации новых клиентов. Дабы привлечь большее число людей, агенты идут на обман, дезинформируя граждан. В последнее время увеличилось количество обращений горожан в Пенсионный фонд России по поводу визитов представителей негосударственных фондов. Многие жители, чтобы поскорее проводить нежданных гостей, соглашаются и подписывают документы, даже не задумываясь, кому и на каких условиях они передали управление своей будущей пенсией. Также агенты искажают информацию, говоря, что если вы оставите пенсионные накопления в государственном фонде, то они обнулятся и сгорят. На самом деле не имеют под собой никаких оснований. Деньги, если никуда гражданин не переведет свою накопительную часть пенсии, то они останутся в той управляющей компании, либо в том НПФ, если человек уже куда-то переводил, и будут продолжать инвестироваться до момента выхода на пенсию. Не пропадут и пенсионные отчисления у так называемых молчунов, граждан, которые не обращались в управляющие компании и не переводили свою накопительную часть пенсии. Все отчисления останутся в Пенсионном фонде России, только будут формироваться не из двух частей, а из одной – страховой. И она будет составлять 16% от индивидуального тарифа страховых взносов.
Журналист окружной газеты Нарьяна Виндер Ирина Ханзерова стала лауреатом профессионального конкурса «Сезам-2015». Победу ненецкому журналисту принесла серия материалов по историческому наследию Ненецкого округа. Взглянуть на будущее округа глазами детей. Ненецкая телерадиокомпания провела конкурс «Мой север, мое будущее». Ненецкий округ подписал соглашение с северо-западным отделением Российского союза туриндустрии. Подписание состоялось в ходе 13-го форума средств массовой информации Северо-Запада. Подписи под документом поставили вице-губернатор Ненецкого округа Галина Медведева и директор северо-западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Екатерина Шацкая. Результатом совместной работы должно стать появление проектов и инициатив, представляющих взаимный интерес сторон в сфере туризма. Подписание соглашения придаст новый импульс развитию межрегионального сотрудничества в сфере туризма. В подтверждении туристических возможностей региона округ представил первый арктический турпродукт. Это тур выходного дня «Чумовые выходные в Арктике», разработанный с учетом рекомендаций членов Ассоциации туроператоров России. Журналист окружной газеты «Нарьяна Виндер» Ирина Ханзерова стала лауреатом профессионального конкурса «Сезам-2015» и получила приз, учрежденный президентской библиотекой. Вручение наград состоялось в первый день открывшегося в Петербурге 13-го форума СМИ Северо-Запада. О том, какой материал помог ненецкому журналисту стать лучшей, Ирина Ханзерова рассказала в телефонном интервью нашему телеканалу. У меня был отправлен цикл серии материалов по историческому наследию. Например, «Новая земля в судьбе Писахова». То есть это материалы, связанные с историей нашего округа, с историей и именами известных людей. Это вторая сезонная. Первый раз я была номинантом, а потом в 2012 году я была победителем. Ну вот, и сейчас тоже. Да, я думаю, что здорово. Свой спецприз за лучшее освещение темы Арктики вручила и администрация Ненецкого округа. Его получила Елена Белкина за телепередачу «Время Арктики» для ГТРК «Мурман». Подарком победительницы в этой номинации стал ненецкий бубен. В концертной программе награждения приняли участие Балтийский симфонический оркестр, ненецкий ансамбль «Хаяр». Кроме этого, участники услышали джазовую импровизацию на основе композиции Моцарта. Колесо желаний, арктический фонтан и первый в регионе зоопарк. Взглянуть на будущее округа стало возможным глазами детей благодаря конкурсу «Мой север, мое будущее», который провела наша телерадиокомпания. 25 ребятишек с помощью рисунков, макетов, проектов высказали свою идею по благоустройству и развитию родного поселка и микрорайона города. Многими идеями уже заинтересовались в администрации города и Заполярного района. О маленьких героях и амбициозных проектах расскажет Любовь Пермякова. Сложно поверить, что в таком маленьком возрасте можно задуматься о такой серьезной проблеме. Карине Кармановой недавно исполнилось 6 лет. В этом конкурсе она одна из самых юных участниц. И очень хочется верить, что ее мечта обязательно сбудется. Я участвовала в конкурсе и нарисовала, чтобы не было нигде детских домов и родителей ребят. Только в семье держали. В семье были. Вот мне жалко их, и я так и нарисовала. Кстати, загадать это желание Карина сможет на специальном колесе, которое уже подумывает установить в поселке Искатели. Архитектором проекта стала Маша Гаврилова, ученица 2 класса 1 школы. Чтобы можно посмотреть было на весь город и загадать желание. А какое бы ты желание загадала? Стать мушкетером. Ты хочешь стать мушкетером? Ты встала на прием мушкетером. Что бы ты сделала? Не знаю. Уехала в Париж. Ну, а кто тебе сказал, что именно на колесе обозрения нужно загадывать желание? Волшебно ведь. Здесь все проекты на первый взгляд кажутся волшебными и фантастическими. Но, как уверили нас представители городской администрации и Заполярного района, некоторые проекты, возможно, уже скоро будут украшать местные улицы и парковые зоны. Некоторые из этих работ уже нашли поддержку со стороны руководства администрации Заполярного района в части проведения торжественных мероприятий по случаю десятилетия района. Оно будет отмечаться в 2016 году, то есть в следующем году. В частности, вот отметили проект «Аллея выпускников», «Олени все-все-все», пешеходные и велосипедные дорожки. Велосипедные дорожки в поселке Искатели установят благодаря проекту Ярослава Чалова. Вот тут вот я представляю идею о велосипедных дорожках, потому что
у нас в городе, ну, как бы, нету, ну, по тротуару даже кататься вот опасно, велосипеды мешают пешеходам. Творческий проект Ярослава занял 3-е место. Он содержит не только идеи с велосипедными дорожками, здесь есть и скейт-парк, а еще большой парк развлечений для детей с несколькими детскими площадками. И, конечно, много лавочек для мам. Дарина Малафейская, еще одна участница конкурса, уже пообещала Ярославу, что обязательно посетит будущий городской парк. А пока у девочки все мысли заняты благоустройством своего микрорайона. Сделать мини-зоопарк, парк до выгула собак. И стадион, и детскую площадку. Проект Дарины Малафеевской занял 2-е место, уступив Наталье Безумовой с проектом «Фонтан Арктика». Наталья получила зеркальный фотоаппарат от главного спонсора конкурса «Такси Тройка». Это чтобы люди помнили, то, что если добывают нефть, они загрязняют воду, в которой живут ценные породы рыб и разные животные севера. Ты ожидала, что победишь? Ну, не ожидала, конечно, но верила. Сейчас все маленькие авторы идей верят в то, что их проекты когда-нибудь станут частью большого округа. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Отделения хоккея, фигурного катания, шахмат, черлидинга, вокала и многие другие. Эти направления объединил в себе Ледовый дворец спорта «Труд». 5 лет назад он распахнул свои двери для любителей здорового образа жизни. Итоги первой 5-летки подвели в праздничной обстановке с приглашением высоких гостей. В основу мероприятия легли воспоминания о том, как в Ненецком округе зарождался хоккей и какой тернистый путь пришлось пройти от уличных хоккейных коробок к современному спортивному комплексу. Раздевались прямо, вот потные, раздевшись, раздевались на снегу. Это все, это еще в хоккей, эта форма была все самодельная. Именно так зарождался в Наринмаре хоккей. Лед в хоккейные коробки заливали с помощью пожарной техники, чистили своими руками. В любую непогоду брали в руки клюшку. Вспоминая далекие 70-е, Борис Бородкин, человек, который уже стал легендой в Ненецком округе, кажется, до сих пор не верит, что 5 лет назад сбылась мечта. Мечта его и еще десятков мальчишек и девчонок. Лет, наверное, уже 30, как мы мечтали в этом ледовом дворце. Но много было, конечно, всяких неурядиц, все было, и препятствия всякие были, но мы старались так сделать. Строительство современного ледового дворца добивались не один десяток лет. В 2006-м дело сдвинулось с мертвой точки. Каждый лесозаводчанин знает, что немалую помощь и поддержку в этом оказал тогда еще депутат окружного собрания, ныне председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин. 5 лет, вроде бы небольшой возраст, но это период становления. Становление вашей организации, и на сегодня действительно вы прошли этот этап успешно. Сегодня ваше учреждение полноценно функционирует, выполняя все те задачи, которые у вас есть в уставе, и сформирован коллектив замечательный. И дети сюда с удовольствием приходят. Занимаются действительно с удовольствием. Фигурное катание, хоккей, танцы, теннис, шахматы и даже пение. Кристина Маркова вокалом в Ледовом дворце занимается с первого дня его открытия. Мне очень нравится, очень рада, что появилось это замечательное место. Здесь работают очень отзывчивые, добрые люди, с которыми очень интересно на самом деле. И вот я в этом году заканчиваю школу и не хочу отсюда ходить, не хочу уезжать. Я думаю, это будет очень сложно и тяжело прощаться с таким местом, с людьми, со своим преподавателем. Кстати, преподаватели здесь работают целеустремленные и амбициозные. За 5 лет из стен Ледового выпущено немало спортсменов. Впрочем, останавливаться на достигнутом не собираются. Алина Ваучейская, Александр Дуркин, телеканал «Север». Такой была информационная картина дня. Следить за информацией вы также можете на нашем сайте. Его адрес www.trk-sever.ru. А теперь прогноз погоды.